Привет! С вами Тору, вы на канале Nintendrace, и мы продолжаем прохождение сюжетного режима моей геройской академии. Проходим все еще первую часть, и остановились мы на 12-м эпизоде. И это бой между... Бакуга и Джиро. Ну, за кого я здесь болеть буду, и так понятно, но играть, к сожалению, придется за другую сторону. Подготовка к финалу. Финал все ближе и ближе, и я пытался попросить Бакуга помочь мне с учебой. Но все, что я получил, это еще один урок того, насколько сильно он хочет меня убить. Я ж тебе говорил. Просто используй чертову формулу, как я тебя учил. И все будет хорошо. Боже, я убью тебя, клянусь. Да я понимаю, я. Я просто немного в ступоре был, вот и все. Эй, привет, ребята. Вы двое выглядите так, как будто вы усердно работаете. А я как раз собирался пройтись по стратегиям. По экзамену с Момо и остальными. Вы не хотите присоединиться? Стратегии? Какого черта ты вообще говоришь? Стратегия и Бакуга. Вы видите связь между этими словами? Ну, Момо не может создать настоящих роботов, с которыми мы могли бы работать. Но она полагает, что мы можем, по крайней мере, потренироваться в бою. Так что скажете? Ты научишь нас, как сражаться? Звучит весело. Я устал просто сидеть на заднице и думать целый день. Давай, Бакуга, пошли. Каминари. Да, выбрал ты, конечно, парня, чтобы учить нас. Я научу вас двоих тому, что могу. Но если что-то пойдет не так, вините эту тупую наэлектризованную задницу. Понятно? Ну, давай, потренируем. Момо и Джиро. Блин, против двух вайфу сразу? Осуждаю. Просто осуждаю. Кстати, у Бакуга сейчас есть все шансы быть насаженным на... штекеры, так что... С одним это уже случилось. Так, давайте вспоминать управление, потому что после Аван Панчмана все здесь крайне плохо. А, кстати, по поводу плохо, давайте попробуем... сделать... А вот так. Ладно, как ультовать, я помню. А, правда, как попадать ультой, я все еще не помню. Вот сколько игр уже прошло, а проблемы с этим, по-прежнему остаются. Знаете, Тодороки мне геймплейно нравится побольше.
Ну, там хотя бы понятно, где у него атака дистанционная, а где у него атака ближнего боя. С Бакуга все посложнее будет. О, точно, здесь же можно призывать на помощь Киришиму. Не-не-не, стой. Так это не работает. И это атака ближнего боя. Бакуга, господи. Давай к ней подойдем, и все будет хорошо. Просто подойди, Бакуга. Просто подойди. А, подошел. Надеюсь, этот позор не войдет в историю. И сейчас Бакуга будет долго хвастаться тем, как он надрал всем задницы. Но мы-то с вами все видели. Угу. И ранг B. Прости, Бакуга, я знаю, тобой можно было отыграть куда лучше. Намного лучше. Я ничего не смогла против него сделать. Это безнадежно. Похоже, я завалю практически экзамен. Да не будь такой строгой с собой. Знаешь, его причуде трудно противостоять. Вставай! Я сказал тебе вставай! Я еще не закончил тебя учить! А теперь что мы будем делать? Я этого не забуду, в общем. Он ведь сказал винить во всем наэлектризованную задницу. К Бакуга нужно привыкнуть. Допустим, Шота играется довольно приятнее. Или проще, наверное. И 13-й эпизод. Да, Тодороки явно играется проще за счет того, что его причуда, по большей части, она дистанционная. С приближением летних каникул мы узнали о предстоящем тренировочном лагере. Но те из нас, кто завалил его финальные тесты, не поедут. И вместо этого должны будут посещать дополнительные задания. Детали практического экзамена не будут объявлены до дня его наступления. Интересно, что они собираются заставить нас делать? Для практического экзамена выяснилось, что мы должны объединиться с кем-то, а для сражения с одним из учителей. Ваши партнеры, с которыми вы будете сражаться, уже были определены, исходя из ряда факторов. Таких как ваши оценки, как вы сражаетесь. А в любом случае, Тодороки и Яуярозу, вы будете сражаться со мной. Мидория и Бакуга, вы тоже в команде. Да, Качан и Деку.
А что касается вашего противника, всемогущий. Это я. Вам придется работать вместе, если вы хотите меня победить. Я должен победить всемогущего с Качаном. И как мы должны это сделать? Будет явно непросто. Даже, наверное, в плане геймплея. То есть за Тодороки мы будем сражаться против за три головы. А за Бакуга мы будем против всемогущего. Но почему за Бакуга, а не за Мидорию? Ладно, поехали. Не нравится мне это дело. Ой, как не нравится. Худшая комбо. А ну кто бы мог сказать что-то другое о такой команде. Практический экзамен наконец-то начался. Наша цель... Либо задержать учителя противника, либо успешно покинуть зону тестирования. К сожалению, мы с Качаном не смогли договориться даже об основах того, как нам следует действовать. И наш злодей вряд ли будет дожидаться, пока мы с Качаном закончим спорить, прежде чем напасть на нас. Что это? Какое давление! У вас двоих большие неприятности. Помните, сейчас я злодей. Я иду за вами, мальчики. Приготовьтесь. Слова Гамагамазека. Один в один. Нечто подобное я уже слышал. Ну, кстати, нам нужно его победить, но как бы... За Бакуга я что-то как-то сомневаюсь в успехе данного предприятия на самом деле. Как же я сомневаюсь. Так, что мы делаем? А, мы не сливаемся, мы просто смотрим... Что может делать всемогущий? Да, мы оцениваем его силы на самом деле. Все, что происходит, все было запланировано. Так, у нас появился шанс, кстати. В прошлый раз я это дело зафейлил, в этот не зафейлил. Отлично. А, вырваться из комбо, вырваться из комбо. Вырваться из комбо снова. И теперь нам нужно сделать хоть что-то. С Бакуга победы, они вот прям на волосочке. Прям вот-вот еще бы одна тысячка. Снова было близко, и снова это Биранг. Я в этом уверен. Даже может быть и хуже. Нет, все нормально. Все стабильно. Да-да-да-да-да-да-да!
Вы так одержимо меня избиваете, не так ли? Но чтобы победить меня, понадобится нечто большее, чем несколько синяков. Хорошо, теперь моя очередь. Позволь дать тебе небольшой совет. Мидория, как герой растет так близко и все ближе к тебе приближается. Вы двое такие разные, и вполне естественно, что вы будете прогрессировать с разной скоростью. Так что перестань беспокоиться об этом, хорошо? У тебя большой простор для роста. Я обещаю. Заткнись, всемогущий! Я предпочел бы проиграть, чем просить этого ботаника о помощи. Не говори так. Ты никогда не сдаешься, Качан, давай! Я думал, кстати, что Бакуга, он на протяжении 4 сезонов, он как-то, знаете, изменится. Не особо. И мне понравились его родители. Особенно его мама, которая постоянно его затыкивала за его поведение. Знаете, раньше было лучше. Раньше вот S-ранги были, A-ранги. Сегодня у нас B-ранг. Я просмотрел заставку, сюжетную вставку на S-ранг. Ну, здесь было сложно что-то другое сделать. И снова B-ранг. Вот. А Тодороки против 103 головы, это уже должно быть что-то интересное. А, вот, а в 17 эпизоде мы уже сможем за Мидорию отыграть. Наверное, мы так и сделаем. Но для начала идем на бой Тодороки. Ну, не знаю, сомневаюсь я, что за 3 глава здесь будет стирать причуды. Команда Тодороки. Эншюшкен. Орева Яойрозу-кунде. Практический экзамен. Я и Яойорозу против нашего учителя Айзавы. Учитывая то, что... Я думаю, что лучше будет, если я буду приманкой, пока она убегает. Зная, как работает причуда Айзавы, мы должны... стараться постоянно поддерживать свои причуды. Таким образом, мы сможем с уверенностью узнать, когда он посмотрит на нас, когда причуды начнут того. Я не увидел этот момент. Пропустил, чего там Мома создавала такого. Я попросил Яойорозу использовать ее причуду, когда мы двигаемся по арене. К сожалению, мы ненадолго ослабили свою бдительность, поэтому не заметили, когда он появился рядом. А потом стало уже слишком поздно. Моя причуда, это... Тодороки, прости! Яойорозу, он идет! Убирайся отсюда! Сначала я планировал захватить тебя. Поехали. Ну, причуда Тодороки работает, что уже как бы неплохо.
Главное его догнать и по нему попасть. Ну, догнал, допустим. Дальше что с ним делать? Нам бы его как-нибудь в комбо правильно поймать. А тогда все было бы намного проще. Ладно, пофиг на комбо, давайте его просто сольем хотя бы. А то что-то становится уже немножко жарковато. Кстати, если об этом. Сейчас у нас появилась неплохая такая возможность сделать вот это. Нет, это не ульта, к сожалению. Не прогрессируем мы абсолютно в рангах. Не прогрессируем. А это правда нормально, что я просто сбегу? Тодороки в порядке? Должна ли я вернуться и помочь ему? Или продолжать бежать? Что я должна делать? Я не знаю, что думать. Это нормально? После спортивного фестиваля я могу сказать, что она потеряла в себе уверенность. Она не может не сравнивать себя с ним и чувствовать, что она хуже. Юйорозу, ты вернулась? Извини, я должен был слушать тебя больше. Ведь ты так хороша в разработке стратегий. У тебя есть идеи, как нам с ним справиться? Но если даже твой план провалился, как могли сработать мои идеи? Послушай меня. Поверь мне, когда я говорю, что ты должна... Помнишь, когда ты получила 2 голоса, чтобы стать старостой класса? Я был одним из тех, кто дал свой голос. Потому что знала, что ты хороша в таких вещах. Я поняла. У меня есть план. Думаю, я знаю, как мы можем победить Айзавы. Тодороки мышь голосовал за мою вайф. Хорошо, я это запомню. Я просто у себя сделаю небольшую пометочку. В первой части у меня собиралась коллекция из 2 вайфу, и причем они совершенно разные. Это Момо и Джиро. 2 персонажа максимально не похожи, но... В их обоих что-то есть такое, что привлекает. Ну и, ребят, на этом мы эту серию закончим. Спасибо за просмотр и пока.